Он шел к отцу, оборванный и нищий, в лохмотьях старых, весь в пыли, уставший, много дней без пищи и без отцовской ласки и любви. А было время, у отца родного он был любимец, младшенький сынок, заботой окруженный и любовью, понять которую казалось невдомек. Так часто сын не понимал отцовской любви и попечения о детях. Порой казалось, что вся эта роскошь ложится тяжкой ношей на плечи. Хотелось от отца уйти скорее, и вот настало время. Повзрослев, он часть свою потребовал имения, просил, чтоб сделал он имущество раздел. И вот свобода, вот друзья, подруги и развлечения в компаниях мирских. Забыл о том, как часто было трудно отцу в любви растить детей своих. Шло время, дни вперед летели, в веселье и разгулах напролет. Не думал этот юноша, живя без цели, что жизнь его однажды подведет. Но день пришел, настал великий голод в ту землю, где жил блудный сын. Друзья оставили, хоть был красив и молод, в кармане ни гроша, остался он один. В душе темно, ее терзает совесть, не оценил отцовскую любовь. На сердце тяжкой ношей давит горесть, а ум твердит одно лишь вновь и вновь. Идти домой, идти к отцу родному, проси прощения, на колени пав. Ведь все бессмысленно теперь, и по-другому не может быть. Отец во всем был прав. Вот вдалеке видны поля, дорога, хоть пыльная, но сердцу так близка. Когда-то гордо от отцовского порога он шел по ней и думал навсегда. Но вот опять по этой же дороге оборванный, уставший, изнурен, идет обратно, но уже не гордый. Его характер жизнью изменен. Мои друзья, так часто в нашей жизни бывают случаи, подобные сему. Уходят люди, молодые чаще, от вечного отца, жизнь разменяв свою. Берут от жизни все, что только можно, не думают, что в будущем у них все переменится, и прелесть станет ложью, придет расплата за грехи свои. Не убегайте от родительского дома, пренебрегая попечением отца. Запомните, что похотью ведомы вы не укроетесь от Божьего лица. Настанет день, когда придет расплата, вам жизнь преподнесет расчетный лист. И чем все уплатить, коль жизнь истратил? Как станешь пред отцом оборван и нечист? Пока еще не отошел далеко и не истратил все, что дал тебе отец, вернись к нему с раскаянием глубоким. Он даст тебе прощение, венец. Аминь.